Всем здорово, ребят. Ну что, попробуем вытащить нового недостающего героя. Самиков, конечно, у вас мало. Сейчас будем добирать, смотреть на акции, что там по акциям есть еще. Я вам уже показывал. То у нас оса бездонатный герой, а стрелок донатный. Его можно получить. Лидяха просто прожали лайк. Это просто жесть. Лидяха падает. Нового героя можно получить донатного как за донат. Ну, к сожалению, пока он недоступен, так и собрать осколками. Ну, думаю, осколками собирать это реально будет очень долго и нереально. Поэтому самый реальный на сегодня вариант это его купить. Скорее всего, мы быстрее его соберем на этом на английском сервере. Думаю, завтра будет там пятницу обновление. Так, стрелок. Десятькая, нифига. Так вот. Вот так вот. Так, окей, поехали. Интересного есть. Так, самиками пак. Островок. Так, ладно, выбираем паки, которые нам реально нужны. Дофигища разных паков. О, нифига себе, посмотрите, пак за один сам. Вот это подгон. Новый пак для новой локации. Нифига себе, прикольненько. Однозначно забираем. Будем качать с вами питомцев. Я не видел этого пака. Хорош, хорош. Так, это за найм. Блин, что-то с акциями сегодня печально. Так, тут с книгами. Хером. Большие паки. Блин, по сути, тут ничего и не надо с такого. Нужны пятые. Пятые сундуки. Такс. Давайте заберем большой пак. Попробуем. Не хочу особо трешивать потом. Смысленно. И вливание в эту игру, честно говоря, для себя. Так не оправдывает. Такс. Даже бонусов никаких сегодня. Забрали плюшечки. Отлично. Поехали. Поехали дальше, попробуем выбивать, посмотрим. Давай. Похожая, похожая, но не она. Так, еще давайте. Тыковка. Землеройка. О, 5 сердцеед. Сбиваются к нами. Третья сердцеедка. Паладин. Свален. Блин, ну классные герои падают. Индия. Просто жесть, ребят. В общем, у кого есть новый герой, пишите в ВК, либо в телегу. Я даже не знаю, сейчас еще один пак возьму. Просто бессмысленно. Я на этом сервере практически не играю. Лучше уже на английском забрать завтра. Такс. Окей, давайте еще один пак заберем.
Попробуем вытащить. Плюхи. А, это нам дали награды. Даже паков сегодня интересных. Самая проблема, скажем так. Так, пятое. Ну и новых наград нету. Были бы новые награды. Может, вечером будет. Попробуем. Попытка номер два. Забираем опять плюшки. Оу. Так, Ара. Медузка. Все знаете, персонажи женского пола как-то так появляются, и уже думаешь, что, блин, сейчас будет. Сейчас будет эта имба. В этот раз реально. Не прет. Варлок опять. Просто жесть. Герои довольно-таки неплохие падают. Еще один свален. Просто пипец. Капитан Рогатка. Еще один ледяха. Офигеть просто. Просто офигеть, ребят. Два ледяхи и... Ну, я уже даже больше знаю, что новый герой и ну пойдет. Вывалить на кучу бабла на него. Ну, я по таланту. Я не знаю, это имба, не имба, но пока не впечатляет талант, тем более есть донатный герой. Завтра уже. Может, сегодня еще вытащу. Посмотрим. Просто жесть. Прикиньте, сейчас бы, чтобы она последняя была. Так. Поехали, пооткрываем пока плюшечки. Ну, отсюда я не знаю. Вряд ли что-то такое толковое выпадет. Битва гильдии. Что себе вторая сумка Огника. Кстати, нормально плюх. Нету акций, нету что забирать. Надо ждать. Будет что-то толковое, будем забирать. Видите, они все-таки ничего такого сверхъестественного не добавили. Чалька. Есть тут духи. Так. Показываю. Так, это 100. Нафига мне столько их? Ну, хотя, в принципе, здание прокачаю до максималки. Десять сумок. Ну, зефирка! 120, ребят. 120 штук с 10 сумок, если так открыть. Это просто пипец какой-то. Просто жесть. Вот это жлобы. Я офигею. Ну, хоть... Ну, даже таланты 4 штук. 5. 5 всего упало. Это печаль. Так, это у нас сумки. В общем, вот так вот, ребятушки. Пишите комменты, что вы думаете. Ну, видите, роллинг. И, честно говоря, лень ролить. Игра сама себя убивает. И
скидывать сюда. Не знаю. Посмотрим. Может, на английском достану. Честно говоря, печалят такие обновы. Томис, конечно, прикольный. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.